Вот такой у нас сегодня завтрак. У меня, по крайней мере, бутерброды с маслом и с бастурмой. Муж, конечно, это не будет. Кашка ячневая на молочке. Вот ячневой захотелось. Не все же на еде кушать. Мы тоже хотим с маслом чай. Всем приятного аппетита. А с чаем кто любит, девчонки? Вот рыбку я, например, люблю. Вот это вообще замечательно. Вот не знаю, это такая вкуснятина. И я считаю, что самой сделать из курицы намного дешевле и вкусней. Прибираемся. Муж здесь пропылесосил. Сейчас постель буду застилать. Найда лежит. Найда. А, Найда. Ну вот. У нас уборка. Я еще не ушла. Так ты же знаешь, как я хожу по магазинам. Пока туда, пока сюда. Вот здесь на всякий случай. Я пойду до старого, мне надо. Она исключила. Потом моя хорошая. Потом моя хорошая. Я по принципу не слышу. Потом мы пойдем. Чего Найда? Сразу исключила. Потом моя хорошая. Потом Найда. Сразу услышала, что поводок берет. Ну вот, девчонки, Саша ушел на лыжах, взял по привычке поводок, и Найда сразу бежит. Прибрались с ним, он пропылесосил, конечно, сняла втихушку. Вот, потом покажу, что он скажет. Ну, а я сегодня хочу окрошечку же сделать. Пойду сейчас до старого. Пойду за конфетами. Ольга Владимировна, спасибо большое за подарок. Сейчас куплю вкусных конфет. Посмотрю, конечно, по акции. Вот. Если нет по акции, подешевле. Девчонки, сейчас я еще скажу. Я записала. Мы смотрим «Иронию судьбы». 12 месяцев нам нравится с Сашей. У нас лампочки горят. Сегодня придут эти. Буду эту гирлянду вешать синюю. Вот. Крючочки. Хочу поблагодарить девчонок, Ольгу Владимировну, землячку мою. Спасибо, Оленька. Очень приятно. Конечно, и неудобно как-то, но, как сказать, приятно. Спасибо большое. Видно, что от души подарочек. Потом девочки Галина Евгеньевна, Екатерина Сергеевна. Потом Тиньков, там банк был. И Мадина Ильдусовна. Всех девчонок я хочу поблагодарить за подарочки. Спасибо большое. Вот от души говорю. Очень приятно, очень приятно. Нет слов. Хочу, конечно, сказать вам огромное, преогромное спасибо.
пожелать вам крепкого здоровья. Вообще всем хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. Вообще всего-всего, что вам хочется. И не унывать, девчонки, не надо унывать. Вы знаете, что? Всяко бывает в жизни. Так, это я выключу, потому что сейчас... Пойдем. В общем, приду с магазина, может, в магазине что-нибудь сниму. Это... И мы еще с вами встретимся. У нас морозец и ветерок. Но мороз небольшой, минус 13. Эти дни без ветра было хорошо. В общем, пошла я. Встретимся. Режу салатик. Хотели же окрошку. Лука зеленого нет. Да и Саша говорит, уксус нельзя. Все равно. А, это сейчас не откроют. Добавлю сюда. Салатиком. Вот. Салатиком сделаем колбаса, яйцо, картошка, свежий огурец, лучок такой. Репку мелко покрошила. Все меленько. Сейчас этого добавлю немножечко майонез. И готово. Все, салатик сделали. Хочу, девчонки, похвастаться. Вот Миша-то ездил в пошиве-то. Значит, смотрите. Лучший командир. Первое место — Нестеров Михаил. Диплом. Это вот я говорила, на соревнования-то не в пошиве. За личное первенство награждается снаряжение магазина в рамках Нестеров Михаил. Первое место награждается интеллектуальный конкурс викторина, короче. Вот. И опять три первое место. Вот раз. Вот это вот грамота. Так. Два. И три. Сейчас пообедает, побежит на Олимпиаду. А завтра опять в Пермь едет. Опять на соревнования. Вот так. Мира, иди сюда. На. Иди сюда, Мира. На. Да. Что она это? Ну, вот глупая. Ну, видишь, что делает? Платье одели ей. Что? Найда молодец. Видишь, что делает? Иди сюда, Мира. Иди сюда, Мира. Иди сюда, Найда. Вот Найда умница, да, Найда? Ой, Мире, сколько подарили одежды-то. Да? Выбражать будет. Выбражать будет. Мира. Где у нас? Где у нас вкусняшка? Да. Вот такая у нас игрушка есть. А на ужин у нас будут пельмени из горбуши. Я уже поставила варить. Сегодня купили в Монетке. Я их покупала. Очень вкусные. Хорошая акция. 200 рублей. 800 грамм. Так что мы с Сашей будем сейчас пельмени со сметаной. Салатик доедим. Вот. Сметанка. Потом, если что, еще подложить можно сметану. Так, сейчас сюда я кусочек масла немножечко. Положила лаврушку в это. 7 минут с момента закипания пельмешечки. Сейчас будем доставать уже. Ну вот, такой у нас ужин. Вот это.
такой у нас ужин. Всем приятного аппетита. Пельмени эти я уже покупала. Со сметанкой. Вкусные пельмени. Масло перемешаем. Ну все, на этом буду заканчивать свое видео. Такое целый день едим. Сегодня целый день едим. Так что, девчонки, мальчишки, всем пока-пока. Всем всего хорошего. Всем всего доброго. Крепкого здоровья, мирного неба над головой. Но у меня, как всегда, уже лампочки горят. Всем пока-пока.